Говоришь? Здорово отработали, красавцы. Добрый вечер. Сухарик, КХЛ. Спасибо. Да. Ты по-прежнему серьезен? Как сегодня утром? Да, я так и знал, что такое. Это работа всей команды. Все, спасибо. Всех с победой. Ну, за 5 минут до конца там, конечно, моментик был, ты вытащил. Да? Я не помню. Да? Видимо, это был не момент. Моментище. Саня выцеливал и выцелил. Я уже устал бросать ей сейчас. Ну, хорошо то, что попал. Хорошо то, что выиграли, главное. Давненько мы с улыбками не заходили в разговор. Да, 100%. То победы там по булитам овертайме, конечно, хотелось порадовать болельщиков. Хорошей победы, особенно при своей трибуне. Сыграли на ноль, забили не один гол, так что хорошая игра. Что там за песня играла? Саня, ты в порядке? Мне нравится. Подойдет? Подойдет, еще как подойдет. Молодчики, вратарь, здорово, спасибо. Уже появилась какая-то командная игра, то есть возвращаемся в свою, скажем так, колею. Но сегодня, я думаю, будет лучше Андрей Педан. Еще больше стрелы не играл. Страшная. А что бы было? Страшная. Все молодчики, хорошая командная победа. Амир красавец на ноль. Фаза молодчик, много заблокированных. Идем дальше. Всех с победой. Рахмет. А, Исямасис, это помогло? Исямасис. Что, татарский язык нам помог с тобой, Андрюха? Исямасис. Хаярничек. Айбат, Рахмет. Как это случилось? Просто нападающие поверили, доверили, доставили шайбу, а мы просто бросили, закрыли вратаря. Все просто? Теперь будут чем ждать проще от тебя дублей дальше? Или трешечек? Не-не-не, моя задача в защите играть стабильно. Это так, разовая акция. Не, ну пусть эти разовые акции повторяются регулярно. Дай бог. Алла Берсы. Ух ты, Алла Гашкер.